марта стало последним в жизни молодого лет 20-25 на вид мотоциклиста. На нашей памяти это первый в этом сезоне летальный исход для екатеринбургских байкеров. В 6:00 утра минувшей субботы он разбился об дерево на проспекте Космонавтов напротив завода «Калинина». Ехал он в сторону центра. Утренняя пустынная дорога позволяла, судя по всему, разогнаться не на шутку, так что на горке моста мотоцикл слегка взлетел, а приземляясь на асфальт, рыльнул и его вынесло чуть влево на центральную разделительную полосу, где даже проехав полсотни метров по грязи, мотик врезался в дерево с убийственной силой. Шлем не помог. Всадник скачался на месте, не приходя в сознание.